Hi guys, у меня все nice, и мы продолжаем коротенькие серии по Need for Speed Unbound, доставка тачек, и сегодня у нас на доставке La Ferrari, друзья, вот такая она у нас в камуфляже с желтеньким, погнали ее сразу доставлять, и посмотрим сейчас, сколько нам дадут времени. La Ferrari 16 года, и я не сказал бы, что она прям в обвесе, но уже красиво, посмотрите, уже красиво. Доставка Райдала, 12 кассиков нам положат в карман, если мы ее за минуту 55 доставим. Самое главное, ребята, это что? Правильно, не врезаться. Кто бы знал, ребята, что я пытаюсь пройти эту гонку уже третий раз. И эта тачка принадлежит такому чуваку, как Шимидзу. Это бот в игре, который с нам не дает нормально жить. Особенно под конец игры. Он... Это подстава. Это была конкретная подстава. Попробуем пройти все-таки. Он прям реально вот очень хорошо на ней ездит и все время занимает какие-то первые места. Я очень часто ему проигрываю. Но во многих миссиях нужно прийти первым, особенно под конец игры, потому что там получается, либо ты не выиграешь вообще ничего, а проигрываешь только деньги, либо нужно выиграть машину. Такую, как, допустим, Mercedes Asapa, да, за Mercedes Asapa ты борешься с вот этим чуваком, блин. Не прикольно, конечно, и довольно тяжело мне было выиграть у него, но я все-таки выиграл себе Mercedes Asapa, который нужно полностью переделывать. То, как он достается вам, это пипец просто. На нем невозможно никуда ехать вообще. Он невозможен в управлении. Сейчас проскочим через заправку, отлично. Нужно пытаться удержать тачку на асфальте, потому что это, ну, реально, реально очень сложно. Тачка плохо управляется, потому что нужно настраивать, реально, машины в этой игре нужно настраивать. Ну, примерно так же, как и в The Crew, но здесь чуть попроще с настройками. Примерно так же, как и в Need for Speed Heat. Итак, у нас... Что у нас? У нас 10 секунд и 5%. Мы успеваем? Мы успеваем, ребята. 51, да, мы успели. Вот такая коротенькая у нас серия вторая. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Те, кто новенький, обязательно подписывайтесь. Всем пока. Всем удачи и до следующей серии.